1 марта. 1 марта и, ну что говорить, весна пришла, дорогие мои хорошие. Наверное, это самое-самое-самое большое, интересное и хорошее, что могу о сегодняшнем дне сказать. Ну, у меня много-много связано с мартом. У меня день рождения в этом месяце. У меня год, как я на радио «Пятница» любимого, опять же, в этом месяце. Ну, у меня вот так вот всего. Моя любимая, родная, единственная мамуля родилась именно в марте. Ну, а еще что в марте случилось 1 числа? В 1555 году Нострадамус впервые опубликовал свои вот эти, вот, знаете ли, видения, предсказания и так далее. Он говорил, что он это как-то вычисляет все по планетам, и это достаточно часто сбывалось, как ни странно, но многие критики говорят, что нет ни чисел, ни дат. Вы понимаете, он ничего не конкретизировал. И самая большая особенность, что он такой, знаете, таинственный, неординарный. И там черный паук покроет мглой там страну. И тогда красные лошади там прибегут. И это можно, бог знает, к чему отнести. Поэтому вот так вот, с 17 до 19. Скажите, вы вообще читаете гороскопы? Верите в предсказания?